привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортику. Нагадаю, на моєму обличчі ось така посмішка, і на обличчях операторів також, тому що сьогодні у нас дівчина. Ліза, привіт. Слухай, ти хвилюєшся взагалі, коли перед камерами сидиш? Так, звісно. Це тебе дебют чи ні в інтерв'ю? Так, це дебют. А чи хвилюєшся ти, коли ти на арені? Чи є ще те відчуття, коли ти перед глядачем, а не перед камерою? Звісно, хвилювання є завжди, і это не зависит, я перейду на русский, это не зависит от того, сколько раз ты это делаешь, это есть всегда. Потому что... Чи це твій дебют, чи да. Це буде завтра, ти постійно хвилюєшся. Да, это ответственность. Слухай, ти хвилюєшся більше, коли дивишся на своїх дівчат, чи коли сама виступаєш, скажи мені? Ну, это разные виды волнения. Наверное, больше, когда сама. Коли дівчат щось не виходить, ти там їм щось кричиш, підказуєш. Як ти думаєш, вони тебе взагалі чують чи ні? Я думаю, ні. Уже безполезно. Все нужно было делать заранее. Опиши, будь ласка, взагалі твій стиль керування людьми, скажімо так, дівчатами, тому що я бачив, що у тебе майже нема посмішки на обличчі. Ти дуже така сувора. Ось твій стиль виховання таланту у дівчат. Я маю в увазі дівчат баскетбольного клубу «Дніпро», групу підтримки. Мені кажеться, що основним є личний примір. Я завжди стараюсь сама виглядати так, як я хочу, щоб виглядали вони, і показувати їм примір цим. Чтобы они тоже стремились так выглядеть, стремились так же сделать что-то и показать класс. Я знаю, что зараз ты тренуешь и маленьких девчат. Что это за маленькие девчата? Расскажи, будь ласка, что это за в тебе такий досвід, до чего він йде? Да, я тренирую, я тренер по художественной гимнастике. И уже мой опыт работы порядка 10 лет. Это не было постоянными тренировками, но время от времени я все равно тренировала, приходила к этому. И сейчас я решила уже сделать это основным делом своей жизни, потому что я так чувствую. Мне кажется, что все равно гимнастика — это мое, хоть как бы я от нее не пыталась отойти, как после спортивной карьеры не было тяжело. И я пыталась отстраниться, забыть, а гимнастика — это не мое, все в прошлом. Все равно я с годами к этому пришла, и я понимаю, что это то дело, которое я могу сделать топ. Це зовсім малі дівчата? Скільки їм років? У меня разные группы, так как я начала работать. Конечно, целью моей было набрать маленьких и работать с маленькими детками, поднимать их с самого детства. Но так как обо мне узнали многие уже гимнастки, которые тренируются, и у них был опыт со мной, я с ними индивидуально работала, и они решили перейти ко мне. Поэтому у меня теперь есть группа и маленьких, которых я набрала, и группа уже девчонок, которым 10-12 лет, которые уже имеют какие-то награды, уже что-то умеют. Наприклад, у мене є син маленький. Чи можна хлопчика віддати на тренування гімнастикою? Чи це тільки для дівчат від спорту? Художня гімнастика? Ну, для якогось там загального розвитку тіла, наприклад. Ось хочу малого Конечно. Хлопака. Можна? Можна. Можна. Угу. Там до, наверное, лет до 8. Ну, це не стереотип, що тільки художня гімнастика. Ні, конечно. Є во взрослих соревнованиях, є пару даже чоловік, гімнасти, парні, які виступають на серйозних соревнованиях. Угу. Ну, як по мені, це смотрится не дуже. Які потрібні навички, можливо, який відбір до дітей, які прийдуть до тебе? Ось, наприклад, батьки приводять дітей. Чи всі підходять, чи не всі підходять? Як є взагалі який відбір? Чи він взагалі існує, чи ні? Да, он есть, но так как сейчас я в самом начале этого пути, сейчас я беру всех, смотрю по всем, и меня интересует количество детей, чтобы потом в дальнейшем была выборка, чтобы можно было, может, кто-то выстрелит в какое-то время. Не всегда понятно по ребенку, что вот он, особенно когда ему 5 лет, что он будет великим спортсменом или что он сейчас маленький, пухленький, а потом он не вытянется и не станет... Красотка з длинними ногами. Ти заговорила про спорт.
Я дізнався, що ти була на Олімпійських іграх. І, чесно кажучи, для мене це було відкриття. Я давно тебе знаю, але не знав про тебе такий факт. Давай, розповідай, що це, коли це було, в якому статусі, прошу. Это были Олимпийские игры 2004 года в Афинах, в Греции. Что там, тепло? Да, там тепло. Но, честно, я не помню ничего, что было вокруг. Помимо соревнований и тренировок, это было очень серьезно и морально очень большая нагрузка. Но это было круто, это была цель моей жизни. Я помню, что даже когда я была маленькая, у меня всегда была мечта не стать чемпионкой, не стать там топ, а поехать на Олимпийские игры. В статусе кого ты была, расскажи, будь ласка. Гимнастка, спортсменка. Я выступала в групповых упражнениях, так как в художественной гимнастике есть два вида. Это индивидуальные и групповые. Вот я выступала в групповых. Все, что ты запомнила, то много работы было на играх. Да, ну, было круто, было очень много тоже разных моментов. И Олимпийская деревня, и вообще вся атмосфера, которая там происходит, это совершенно другой мир, это было как с другой планеты. И ты прямо тут по стадиону там шла с усима, так? Да, да, да. Но на открытии мы не участвовали, когда на огромном стадионе было открытие, потому что гимнастика всегда проходит в конце Олимпийских игр. Почти завершаем Олимпиаду, и мы принимали участие в закрытии. И это еще круче. Угу. Потому что на открытии все серьезные, все думают о своем, о своих стартах, все настроены. А на закрытии все уже ху-ху. И было очень круто. А тебе якась, можливо, там нагорода від якоїсь місцевої облдержадміністрації? Ну, як щось таке, якась пам'ятка є? Від... За Олімпійські ігри? За участь, можливо, там. За Олімпійські ігри – ні. Но плюс к тому, что я еще учасниця Олімпійських ігор, моя самая основная награда завоевания в спорті – это золотая медаль чемпионата мира. И вот за эту медаль меня награждали у нас в облсовете, да. Угу. И мне подарили мобильный телефон. Ой-ой-ой. Ну, сподіваюсь, що він був сенсорний хоча б. Никита, это было очень давно. Они тогда только появились, это был такой вот, вот такой вот зеленый, ну, слушай, какой-то, ну, с такими кнопками. Ну, приємно в будь-якому разі. Дивись, ти багатенько вже так по світу політала, різні країни побачила, різні турніри. В якій країні тобі сподобалось найбільше? Саме таке ярке впечатлення у мене оставила, звісно, Америка, тому що це було совершенно, це був совершенно другой мир. Я не можу сказати, що це було самое лучшее впечатление, но самое яркое, да, потому что там все совсем по-другому было, и люди не такие, как у нас. Это какие змагання были? Это чемпионат мира. Mm-hmm. Это был чемпионат мира. Мы сначала 10 дней тренировались в Вашингтоне, у нас были как акклиматизация была. А потом мы поехали на сам чемпионат мира, который был в Новом Орлеане. Mm-hmm. И вот там это город джаза, город... Таких толстеньких чорних мужчин, це дуже прикольно. Дали джазу, коротше. Да, слухай, да. А ця медаль у тебе є? Вона десь у куточку? Да, дома висить. Гордість. Да, ну, я розумію, да. Я так розумію, що це нагорода, якою ти найбільше пишаєшся. Да. Ну, от тепер також знаємо і також пишаємось. Ти про чоловіків, до речі, заговорила. У мене таке питання є. А де чоловіки? Ну, приїжджають красиві дівчата на змагання, танцюють або гімнастики, бо я знаю, ти ще й хореограф. Де чоловіки залицялись? Де вони ось такі палки, як українці? В Україні. Серйозно? Так. Найбільш палкі чоловіки в Україні? Да. Потому что даже еще когда только-только мы начинали выступать, вот только началась моя соревновательная карьера уже в сборной. Это было лет 10-12 мне. И я помню эти чемпионаты Украины, когда с трибун там дают, обычно дают бумажечки для автографов маленькие девчонки, ну, малыши, которые
на тебя смотрят, а тут подходят молодые парни, и я первый раз в жизни ощутила это внимание со стороны мужчин, потому что мы все время проводим в зале, и у нас не было возможности... Не до хлопцев зовсім. И тут эти хлопцы, которых я вообще первый раз в жизни вижу, дают мне бумажечки, чтобы я им ставила автограф, и тогда я почувствовала, вот это что-то интересное. Слухай, як ты вважаешь, які три риси є у Гордія від його мами, які вже проявляються? Я знаю, яких йому не вистачає. Які є у мами? Добре, давай про які не вистачає. Це навіть краще питання. Давай, розказуй. Наверно, більше спокійствия. Так, непогано. Далі. Ну, звісно, він цілеустремлений. Це хороша його черта. Наверно, така ж, як і у мене. Одна із основних. Вот. Він не посидючий, я так розумію. Да. Он скорпіон. Ага, непосидючий скорпіон. Ну і він добивається своєї цілі завжди. В майбутньому, Гордій, який від спорту ти підсунеш йому, щоб він розвивав себе фізично? Мабуть, так. Звісно, мені дуже подобається баскетбол. От після гімнастики, ну, то, чим я увлекаюсь, то, що в моїй житті займає перше місце, друге місце займає баскетбол. Ну, є люди, Ліза, які тобі можуть допомогти з цим питанням. Так, баскетбол. Він же якось цікавий. Скільки йому років? Три. Ну, вже пора. Он уже год бегает по квартире, смотрит трансляции с бабушкой, и бегает и кричит «Санон, Санон!» Бегает с мячом, он Санон. Санон, баскетбольный клуб Дніпро. Є персональні вже трирічні вболівальники. Повернемось до групи підтримки баскетбольного клубу Дніпро. Як стати членом команди цієї? В первую очередь, самое важное – это желание большое, потому что силком сюда не попасть. Я никого не заставляю. Нужно очень хотеть работать на публику, уметь работать на публику, уметь показывать свою харизму, чтобы зрителям было интересно на это смотреть, а не просто они сидели, скучали во время тайм-аутов. Яка база потрібна для дівчат? Нужна гімнастическая или хореографическая база. А за що можна вигнати з команди дівчину? Ну, не прям, ну, можливо, це дуже грубо звучить, вигнати, сказати, що, ну, мабуть, що ні, дякую. От за що? Що, якщо не вистачає чогось, за що? Якщо відносно роботи на площадці, відносно того, як вона двигається, або щось там може, не може, это нет, никогда я никого не выгоню, потому что если человек хочет, он старается, он работает. Другая сторона этого, это если человек неуважительно относится к руководителю и проявляет себя не с хорошей стороны, проявляет неуважение и там проявляет неуважение не только ко мне, но и к членам команды. Вот за вот это я таких це людей не... Про людские якости, да, уже конечно, йде. Да. Слухай, я знаю точно, что в NBA дівчата у групах підтримки підписують в своїх контракти, і там є пункт, що вони не мають права зустрічатись з гравцями. Да. Чи є такий пункт у дівчат баскетбольного клубу Дніпро? Мені цікаво. Я завжди їм говорю, коли приходять новенькі, або коли вот у нас починається... Що кохання, то на першому місці дівчата, і то вже про ті контракти... Ну, завжди должно быть достойне поведення, дівчинка должна себе уважати. И я знаю, что даже девчонкам можно ничего не делать и ни с кем не общаться, но все равно будут говорить в команде. А если уже что-то где-то, то и всегда эти разговоры неприятные, конечно, всегда репутация команды портится. Поэтому я тоже настаиваю на том, чтобы никаких... Работа отдельно. Работа на работе, да. А то все инше уже по ту сторону. Да. Слухай, ты сама хореограф и танцівниця. Розкажи, будь ласка, в яких шоу ти приймала участь за свою кар'єру? І де? Да, я работала несколько лет подряд в Китае. В зимнем... Это парк ледяных скульптур в Харбине. Парк Роздвах, я так розумію. Да, самый известный в мире. Его всегда у нас на Новый год показывают по телевизору. Там такие красивые изо льда, огромные скульптуры. И там был театр, мы работали 3 месяца.
зимних. Це контракт, і ви тут три місяці там знаходитесь. Да, это мы танцевали на сцене, танцевали, это как шоу-программа. Это первые мои контракты. Затем у меня был большой контракт во Франции. И да, я там работала моделью. Не танцевала, а работала моделью в стиле Victoria's Secret. У нас были костюмы такие с огромными крыльями, красивые, в купальниках. Мы разбавляли своей красотой танцевальное шоу. Скільки тривав цей контракт? Это был годовой контракт. Год. Виходить, це ти вже народила? До. До. Да. Ага. І це чоловік сидів, чекав. Чоловік працював. Працював також десь рік, десь на контракті. Які ще, можливо, ти можеш згадати шоу або виступи, які, ну, запам'ятались тобі найбільше за твою кар'єру? Еще я работала в классическом французском кабаре. Это не была огромная сцена. Питание все пикантнейшее, відповіді також. Это было маленькое, как у них все это есть, маленькая кабарешка. Очень такая классическая старая программа, там Канкан, Чарльстон. То есть это было интересно, это был интересный опыт. Ну вот это как раз было сразу после того, как я родила сына. Когда ему было 6 месяцев, я уже вышла на работу. Угу. І я так розумію, що весь комплекс твоїх навичок, і гімнастика, і танці, і харизма, все в кабаре, скажімо так, акумулювалось, так? І нормально грошей заробила? Можеш не говорити скільки? Ну так, скажи, в кабаре більше платять, ніж у баскетбольному клубі Дніпро, як тренеру і хореографу? Ну, не хочу о том, как платят. Но душа у меня ближе лежит, конечно, к баскетбольному клубу «Днепр». Прям в душу. Прям в душу. Тренерству, к этому всему. Ти заговорила про костюми. У мене таке питання. Музику підбирає... Ну, я розумію, що хореограф ти. Музику підбираєш також ти. В большинстве случаев, да. Або дівчата свої плейлисти. Конечно, я прошу очень часто, чтобы предлагали музыку, и я там утверждаю или нет. Хто робить костюми? Особливо шкіряні, бо вони найулюблені. Зараз ви їх побачите ось тут десь. Тут. Да. Взагалі, хто робить костюми? Хто їх шиє? Хто, кому ідеї ці приходять? Я, так как у нас в штате... Генеральный директор группы поддержки. На всех должностях. Серьезно? Да. Где ты научилась этому? Ну, с мамой, со своей. У меня мама с хорошим образованием, можно так сказать, дизайнерским. И она занималась всякими швейными штучками всю свою жизнь. И она помогает придумывать, и шьет она. Скільки дівчат в команді? 10 чоловік. Скільки часу треба, щоб пошити 10 костюмів для дівчат? Ну, смотря яка кваліфікація швії. Ну, це 2 місяці, 3. Та ні, ну, неділя. І де вони, ці костюми, у дівчат? О. Де вони? Де ці костюми? Це наболевший вопрос. Немає, їх так багато вже, чи що? Ну да, конечно, они у девчат. До этого они очень долгое время лежали у меня. Полквартиры занимали костюмы, вторая половина для жизни. Ну, сейчас нам выделили комнату, слава богу. И часть костюмов лежит там, а другая часть девочки носит с собой. Ага. За скільки часу дівчата повинні перевдягнутись, там, поки триває, ну, тайм-аут не між четвертями? Ну, то должно быть не дольше минуты. Угу. То есть за, 40 секунд. За 40 секунд вони перевдягаються вже на місці. Непогано, швидше, ніж в армії. Про що ти мрієш як тренер? Мені, навіть от зараз я тільки почала в основному працювати, мені дуже подобається огонь в очах цих дітей, які... Допустим, они что-то не умеют, и тут я им показываю, ну, самые простые вещи, которые только можно. Она берет, она слышит, это очень важно, потому что сколько я уже, вот 10 лет я работаю с группой поддержки, взрослые девчонки, которым там по 18 лет, иногда не слышат. И вот она слышит, она делает, и у нее получается с первого раза. И я вот вижу вот эту у нее эмоцию,
и это прям наркотик. Вот мне это нравится. Мне хочется учить их чему-то новому. Потому что я сама, как по себе, для меня... Я очень люблю учиться, и мне очень нравится вот, вот эта эмоция, когда у меня не получалось, и тут оп, и оно получилось, и я прям... И бачити в це в дівчатах своїх. Да, да. Про що ти мрієш, як Ліза? Много очень у меня разных мечт. Но сейчас, наверное, основная мечта — это... окончательно найти место для своей школы художественной гимнастики, обосноваться, чтобы у меня было определенное, вот точно я знаю, что это мой зал, куда я могу прийти, откуда меня не выгонят и не попросят, и не скажут, что у вас закончилось время, и никто... Ну, то есть, и там будет тепло, светло, уютно, и дети будут с радостью туда бежать. Будь впевненою, что завтра все будет так да, само. Да. Угу. Про что ты мрієш, как мама? Чтобы мой сын был счастливым. Все правильно, все просто. Слухай, поганому танцівнику, як я, але мені нічого не заважає. Я буду навчити. Так. Я так розумію, що з кожної людини можна зліпити танцівника. Чи ні? Навіть якщо я дуже квадратний. Насправді це не так, але наприклад. Чи з кожного можна зліпити? Если есть желание, то можно. Если вот у него ничего нет, и он деревянный, двигается совсем не в ритм, но он хочет, то можно. Можно попробовать. Попробовать всегда можно. Порада від Лізи. Якщо ви цього хочете, то точно спробуйте це зробити. Ну що ж, це було приємно. Сьогодні вперше у нас була дівчина. Будьте завжди на спортику. Ще побачимось.